столица Дании. Дания. Кёнигсберг. Нет. А что такое Дания? Это что? Дания, я не была в Дании. Подождите. Вы не знаете ответ? Нет, не знаю. Хорошо. Я очень хотела поучаствовать, правда. Очень хотела, да? Серьезно. Ну, давайте тогда что-нибудь придумаем. Денег, серьезно. Сосу. Шучу. Да. Ну, давай, да. Я не смотрел твои видосы, как бы, но там такие прикольчики, да, у тебя, значит? Бывают, да, встречаются. Хорошо. Здравствуйте, уважаемые телерадиослушатели. Меня зовут Евгений, а рядом со мной стоит Дмитрий. И это великолепная передача, которая называется «Вопросы за бабосы». И именно сегодня я задам Дмитрию 5 вопросов, и за каждый правильный ответ Дмитрий получит 200 рублев. Замечательно. Деньги есть. Дорогие друзья, внимание, первый вопрос. Сейчас я подготовлюсь, пока о себе расскажите. Я Дмитрий Корягин, фитнес-тренер, мастер спорта СССР по тяжелой атлетике. Ну и пляжник заядлый, закоренелый, так сказать, директор пляжа Крестовского острова. Неимоверно люблю жизнь и физические нагрузки. Это солярий? Нет, это натуральный закат. Хорошо. Какая река делит Париж на две части? Сена. Это очень правильный ответ. В вашей копилке уже 200 рублей. С какой единственной страной на суше граничит Португалия? Не знаю. Какой-нибудь вариант просто ответьте. Вдруг это будет правильный ответ и аллилуйя. Может быть, Испания? Браво! Сейчас будут наложены аплодисменты. Назовите имя супруги киевского князя Игоря. Надо назвать имя? Да, имя. Одна из самых популярных женщин. Того сего иго времени. Может быть, Ярославна? Ярославна отчество? Ну нет, я думаю, имя. Просто Ярославна, да. Или Ярослава. Ярославна, наверное. Ярославна. И как бы это грустно для вас и радостно для меня не звучало, это неправильный ответ. Ольга. Ольга. Помните, там она наворотила делов, там древлян всех туда перемусолила, когда его убили. Она, ну короче, натворила делов. Ну это надо быть было там. Назовите фамилию Анны Карениной до замужества. Не знаю. Братец ее, вот этот вот Шалопай, по девкам-то хлестал. Это была его основная фамилия. Нет, нет. Вы не знаете ответ? Нет, не знаю. Хорошо. Облонская. Облонский. У них фамилия была Облонская. Да шут-то с ним. С Облонскими точно. С Облонскими борода. Что называла пантера Багира красным цветком? Неведомо мне. А если бы вы ели бы всякие разные грибы, которые собирают разные люди, и эти грибы потом из них делают таблетки в капсулах или просто продают, вы бы ответили на все вопросы, потому что вы бы помнили бы об этом. Что за грибы? Мухоморы. Да. Вы в курсе события? Нет, не в курсе. Правильный ответ – огонь. Мухоморный микродизинг? Микродозинг? Микродозинг. Облонскую не ответили. Угу. Вы не ответили, огонек не ответил. Да. Поэтому вместо денег могу вам дать вот эту вот хрень. Она стоит где-то 2500-2600 у них на сайте. Упаковка запечатана, то есть я не открывал ее. Вот это именно мухомор, вот, этот, вот эти грибы они собирают. Спасибо. Аманита клуб, это они все это дело проспонсировали, как бы. Угу. Тут как на. Вы, короче, зайдите к ним на сайт и почитайте, и почитайте просто. Я одно открыл там для мозгов. Вот гребенчатый вот этот вот. Что я открыл? Вот это вот. Я попробовал.
Ну, пока живой, слава богу. Отлично, спасибо вот вам огромное. Вот такая вот штучка-дрючка. Спасибо. Ананита, сейчас надо как-то название их по-человечески прочитать, это же реклама, они мне денег мухоморный запросили. Микродозинг. Да мухрен с ним, с мухомором. Как, Аммонита, да? Аммонита. Аммонита Клаб. Заказывайте почаще у меня рекламу, да. Присылайте деньги. Налоги я буду платить обязательно, все будет заплачено в срок. Главное, побольше скидывайте нам денег, и вот этих грибов зажремся все вот так вот до сыта, до отвала все, выспимся с ним потом. Спасибо огромное. Спасибо. Все, я тогда пойду окучивать вон того блогера, там какой-то блогер известный. Вы знаете его, да? А я тоже смотрю, рожа знакомая, думаю, дай-ка я к нему подойду, с ним сниму видосик. А? Кардицепс. Что? Ну, есть такие. Вы в курсе, да, событий? За это меня не посадят, что я рекламирую, людям раздаю? Нет, это что-то другое. Нет? Не, ну кардицепс есть такая штука, полезная весьма. Грибная это, тема, да? Ну, она считается, да, из рода грибов, но не совсем. Ну, в общем, ананита в описании там есть. Хорошо, посмотрим. Угу. Раз, один, два. Ой, звук просто. Волшебненький. Чувствуешь, какая колбаска легенькая, а так и не скажешь. Юмор неплохой. Что? Юмор неплохой. У кого? Это у тебя, дружище. Сам тащусь, братишка. Всем здравствуйте, дорогие телерадиослушатели. Это передача «Вопросы за бабусы». И рядом со мной стоит... Дядя Юра. Дядя Юра, как оказалось, очень известный мандалорец. Я думаю, ничего себе, где-то я видел это лицо. В узких кругах. Есть реклама в этом выпуске. Рекламная пауза. Позже, я позже. Знаете об этом. И значит так, первый очень несложный вопрос. Поехали. Подожди, осанка надо в титер тоже, чтобы ты тоже напряги пресс, ёлки-палки. На похуй. Ты материшься? Бывает, время от времени. Уже взрослый мальчик. Тебе 34 годика? 37. Река, по которой проходит граница между Болгарией и Румынией. Фу, блин. Дунай? Я видел, как ты заглядывал в этот телефон. Ты все-таки подсмотрел, да, первый? Неправильно, да? Нет, это правильно. Реально, да? Это реально правильно. Ну, неплохо. Венера? Венера. Я просто сейчас спилю для стоматологов видос. Венера, я да. Я уже соображаю. Откололся чуть-чуть. Есть такая тема. Но мы не будем на это. Айстом, клиник, Чкаловский проспект 50. Эти видосы. Топовый самое... человек рулит. Да, самое главное, когда я еблом улетел вот туда, вот буквально здесь рядышком, видите, на носу отметина, это я на самокате прокатился, я прямо вот так вот шмякнулся об асфальт вот в торцом, и у меня первая мысль, ну, был такой удар охуевший, просто как будто меня 150-килограммовый дядька ушатал. Я думаю, блядь, что с моими зубами? Ну, потому что виниры, ребята, это, ну, это как бы, ну, не очень дешево. Но, собственно, они на месте. А скололось это какой-то другой хуйни. Все, проехали, едем дальше. Это была очень ненужная никому информация. Придется вырезать все это. Ничего страшного. В каком советском фильме... Ты еще и вайпишь? Да, ну, советским фильмом я не силен, ну давай. Впервые прозвучала песня «Эй, моряк, ты слишком долго плавал». Ну, вообще, я по советскому кино не силен. Подумай, я сейчас поставлю в кадре. Стоим. Я даже, честно, предполагать не буду. Ну, какая-нибудь «Москва слезам не верит», там, не знаю, что-нибудь такое. Так. Ветерок? Нет, слушай, такой микрофон, ему вообще все по барабану. А, все. Супер, ну, не знаю, ну, «Москва слезам не верит» или, там, не знаю, «Утомленные солнцем» какие-нибудь. К сожалению, на самом деле, к счастью, потому что бабла я снял немного, угу. Да? Неправильно, угу. Слава богу. «Человек-амфибия». Ну, замечательно. Да насрать. Конечно. Главное, чтобы вы это лайки ставили, комментарии, было до хрена просмотров. Все остальное вообще нам по барабану. Что там, зачем там, почему там, ребята? Не надо искать вот эти вот двухсмыслия, всякую лабуду. Как в русском варианте называется европейская сказка про красавицу и чудовище? Руслана Людмила? Ой. Блин, нет. Мандалорец. Что там? Русский вариант «Красавицы и чудовище». Блять, русские сказки ты читал? А у нас есть аналог? Да хуй его знает, не помню.
Слушай, я тоже забыл. Сейчас я быстренько подгляну. У ААА, да, все. Какая? Аленький цветочек. Да, кстати, зашибок. Пока не потратил ни копейки, а может быть, отдам спонсорским призом. Давай, едем дальше. Ну, пока 200 рублей у тебя. Лучше я тебе двушку, конечно. Да, там 2600. Чем от сосу. Шучу. Да. Ну, давай, да. Я не смотрел твои видосы, как бы, но там такие прикольчики, да, у тебя, значит? Бывают, да, встречаются. Хорошо. Какой дворянский титул носил Лев Толстой? Граф? Нет? Под мехи, они светлые, ну, волосы. А, понял, да, похер. Ну, это покрасил ли это такой естественный цвет? Слушай, наверное, это антиперспирант. Ну, наверное, граф, если есть такой. У нас не, у нас же были графья. И это очень правильный ответ. Сейчас, сейчас будут наложены аплодисменты. Уже не дебил. Мы, в принципе, можем понимать. Даже скидочку на нервы даем, потому что обстановка неспокойная. Конечно, неспокойная. Нормально? Отлично, отлично. Итак, что такое ежевик гребенчатый? Ежевик гребенчатый, ну, разновидность гриба, который растет в лесу. Да-да-да, микродозинг. Ежевик гребенчатый. Тоже рекламировал их? Не, я не рекламировал. Я просто мухоморный микродозинг употреблял. А, ну тогда скажи, что это такое? Слушай, ну вот такая же баночка, ну, только вот там не ежовик гребенчатый, ну, лечился от зависимости. Хапал или что-то? Ну, я не знаю, но хотел немножко справиться со своим желанием тусоваться. А-а-а. Это же тоже зависимость. А-а-а. Вот, а с тусовочками, сами понимаете, всякие там штуки бывают. Ежовик гребенчатый – это натуральный помощник в усилении мозговой активности. Аммонита клуб, там все узнаете. Моих партнеров. Если партнеры еще закинут лавехи, как бы, тогда будут партнеры, правильно? Давайте, партнеры, работаем. По промокоду Негодяй ТВ скидка 5%. Вся продукция качественная и сертифицированная. Нормально, я прорекламировал. Хотите топовую рекламу, обращайтесь в описании, есть все ссылки. Ну, нужно, чтобы было так. Рекламная пауза. Вот. И такой наплывчик такой небольшой. И да ну, да ну. Так, хочешь, я тебе ежовик этот отдам? Давай. Да? Да, почему нет? Да. Мы его употребим внутрь, как говорится. В топке все сгорит. Это, подожди, это, вот это мицелий. Мицелий, мицелий. Ежовик мицелий. А вот это хуй знает. Я только мухомор пробовал. Мухомор я только что отдал Дмитрию. Ничего страшного, да у меня мухомор дома есть. Подержи, пожалуйста, этот. Давай. Волшебный. Не слушай, подсматриваю. Я уже его открывал, оттуда свистнул 4 таблетки. Ничего страшного, да? Ничего страшного, конечно. Вот это профит. Вот это я понимаю, день. Пожалуйста. Есть люди, которые не радуются тому, что я могу заработать иногда копеечку на грибах. Что вы за... Ребят, все должны зарабатывать. Вот все. Даже все, кто смотрит из вас. Как угодно. Девочки пусть эскортом занимаются, мальчики пусть, не знаю, что хотят, то и делают. Каждый вот как может, так и зарабатывает. Нет никаких предосуждений у нас вообще в этом мире. Будьте лояльны и толерантны ко всему. Экзибит? Ну все, вместо бабла вот этот ежевик, вот это получишь тогда. Это мой телефон, да? На этом общение с Юрием заканчивается. Так уж и быть, в описании будет, что там, в Инстаграме или где там? Я вообще кузнецовский блогер, блогер кузнецовский, и вобьешь, и тебе выдаст все. Peace, Deus, kiss, everybody together, because. Пошел заниматься дальше. Давай, качни сиси, а то она у тебя, конечно, вяленькая. Блядь. Ну, питание, братиш, надо питаться, надо было вот так надо стоять питаться. Все это время. Толку не было бы ни хрена вообще. Ну что ж, поехали. Все, ежевик гребенчатый. Все, спасибо, оставили тебя на сегодня. Наконец-то начинается эта волшебная передача. Рядом со мной стоит Ира. Сейчас я буду Ире задавать вопросы. И за каждый правильный ответ Ира будет получать по 200 рубосов. Хорошо. Если вот эта компания в полосатых купальниках будет подсказывать, то платить бабосы будет кто? Она! Ты! Она! Это компания. Пока я думаю, вы можете что-нибудь поговорить в микрофон? Всем привет, меня зовут Ира. Да нет, я не хочу больше ничего говорить в микрофон. Я хотела купаться пойти. Что означало? Что означало?
древнерусское слово «чадо». Ребенок. А что еще? 200 рублей. Отлично. Сейчас заработаем нам на все это. Режиссер фильма «Кавказская пленница». Гайдай. Кто? Корнелия? Корнеги. Корнеги Михуно. А что ты сказала? Гайдай, мне казалось. Какой Нет? очень правильный ответ? Аплодисменты. Корнеги? Они знакомые ваши, вот эти ребята? Нет. Нет, первый раз весь. Да. Ну, я... Что, аплодисменты не замусолить, да, как бы никому? Не, они вообще такие не очень. Да уж. Типа крутые ребята, что ли, да? Нет. Знаем это. Большой вырез. Сейчас, подожди. Осаночка, чтобы декольте. Была у меня. Нет. А, все верно. Большой вырез верхней части женского платья – это декольте. Это декольте. У вас в копилке 600 рублей. Аплодисменты можно не надо говорить. Да. Столица Дании. Так Дания. Кёнигсберг. Нет. А что такое Дания? Это что? Дания, я не была в Дании. Подождите. У вас есть около 40 минут, чтобы подумать. Ладно, спасибо. 40 минут. Нет, ну надо же в кадре. В кадре думать надо. Копенгаген. Что? Копенгаген. Это вам подсказали? Нет. Древнеримский бог любви. Амур. К сожалению, для меня. Нет. Аполлон. Аполлон. А римский. Нет, подожди. Да все уже сказала, все сказала. Древнеримский Аполлон. Все правильно сказала в начале. Да нет, Амур. Амур. Ну, к сожалению, для меня, что сейчас мне нужно будет раскошеливаться бабосами. Мухоморы, эжевики, все эти спецэффекты есть в описании. У меня осталась одна упаковка, я оставлю ее себе. Что, мухоморы дадите мне? Вот этот лицин, эжевик, вот это вот спонсор передачи сегодняшней. Спасибо. С Негодяй ТВ 5% будет обязательно скидка. Что-нибудь на прощание. Спасибо. Что спасибо? Я спасибо. Полез в кассу. Я в кассу. Хочешь в туалет? Да нет, меня обкусали комары, у меня чешутся ноги. Я хотела купаться. Фу, я думал, что уже лопата. Древнегреческий бог плодородия. Так, подожди. 500, 200, 300. Сколько я обещал? 600. 1000 же обещал. Сейчас секонешь. Я тебе сейчас заправлю. Я не буду так делать. Нет, спасибо. Пожалуйста, это ваша зарплата на сегодня. Всем до свидания. Это была очень волшебная передача. Мне надо вопросы за бабос. Завершение. Ну, конечно. Я думала, сейчас косарь просто на и все тебе. Да и пошла с косарем купаться, блин. Все, до свидания. Спасибо. Всем пока. Пока, Иришка. Пока. Что, реально я забираю бабки? Реально нереально. Так, дай-ка я сниму вот этих вот хулиганов тогда, которые не хотели нам хлопать. Сейчас может быть, снимем какую-нибудь другую передачу? За бабосы хотят. Без денег вообще просто. Если есть вопросы. Просто так. Я очень хотела поучаствовать, правда. Очень хотела, да? Серьезно. Ну, давайте мы тогда что-нибудь придумаем. Без денег, серьезно. Мы искали долго просто. Ладно, мне сын помог. По карте вывел. Я бы тут одна без него бы заблудилась бы. Я уже собрал манатки отсюда сваливать. А мне же в Телеграме писала Надежда. Да. Я правильно вас назвали? Правильно. Потому что там написано, Надежда пишет. Кто хочет участвовать в этой передаче, есть мой Телеграм. Вы туда заходите, и там кружки я буду выкидывать о том, что я снимаю там-то, сям-то. Здорово, мы так бежали, и, слава богу, успели, пока вы не ушли. У меня, правда, закончились вопросы. Ничего страшного. И с бабосами там тоже борода, но есть спонсорский подарок, я вам его отдам, наверное. Ой. Если, конечно, вы будете отвечать. Ну, постараемся. Дружище, нужна твоя помощь срочно. Как вас зовут? Зява. Самый подвижный сустав в организме человека. Самый подвижный сустав в организме человека. Супер. Сейчас подумаю. Самый подвижный. Какой правильный ответ? Плечевой. Я не медик, конечно. Неужели вы не знаете ответ на этот простой вопрос?
Наверное, какая-нибудь, ну, кости, наверное. Сустав. Суставы? То есть место, где у нас вот подвижненько все. Локоточки, запястья. Колены, тазобедренные. Ну, суставы тогда получается. Да, самый подвижный суставчик. Плечевой сустав. Ой, правильно! Как здорово, что вы правильно ответили на этот вопрос. И подарок от нашего спонсора, может быть, врубаешься, что это? Итак. Что-то на натуральном. Натуральное, да? Да. Хрен знает для чего, может быть, иммуномодулятор какой-нибудь. Может быть. Есть что-нибудь там со стороны вопроса? Не из медицины. Что-нибудь не из медицины. Ну, сколько симфоний у Чайковского? Сколько симфоний у Чайковского? Вот случайно сейчас придумал я вопрос. А если мне не изменяет память... Шестая симфония. 44. У него. 44 симфонии? Нет, не 44. У него не было. У Гайдна было больше 100. 104 симфонии. У Чайковского 6. Если седьмую считать Манфред, то, наверное, 7. Правильно? Ну, у меня немножко другая информация. Да. То есть 6 действительно, которые он пронумеровал. Да. Одну не пронумеровал, Манфред, ну, по произведению одноименному. Одну, которую собрали уже после его смерти, и одна симфония, которую он не дописал. Сколько получается? 6, 7, 8, 10? Короче, неважно, как вы там сказали. 6 это. Это правильный официальный ответ! Аплодисменты! Официальный плюс Манфред. Слушай, а у тебя фигура вот то, что надо. Не тудыси, не мудыси. Спасибо вот так большое. Я хочу. Вот именно быть здоровым качком. Записывайся на тренировку. Качком вот этого. Мне это вот не надо. А вот такой сухой, это дынь-дынь-дынь-дынь, мынь-дынь. Борцовская фигура. Так, если у кого-то есть вопросы, мужчина в красных шортах, вопрос есть задать Надежде какой-нибудь? Так, какой вопрос задать Надежде, а то все вопросы и закончились. В какой области? В любой. Ну, что-нибудь про языки подойдет? Давайте, давайте. Ну, давайте попробуем. Как вы думаете, какое количество искусственно придуманных языков существует? Примерно, да, которые для человеческого общения. А, насколько знаю, эсперанто, есть язык эсперанто. Да. Есть что-то из ряда... Так. Волопюк вам что-нибудь говорит? Какой? Волопюк. Поближе сюда, просто удержать микрофон. Вы же есть видите, такая штука. Нет. Да? Еще язык есть на основе сейчас Толкин, по-моему, тоже какой-то свой язык придумал. Вы знаете, на самом деле их на порядок много. Больше сотнями исчисляется. Ну, наверное, много, да. Сотнями, да. То есть нужен был порядок. Скажите, около нескольких сотен. Ну, около сотен. Это очень сегодня правильный ответ. Есть еще вопросы какие-нибудь, друзья? Выручать. От чего эта штука помогает? А то, вы знаете, мне уже 55 лет, пора уже думать о лекарствах. Я бы с удовольствием вам дал эту упаковочку, но она должна принадлежать Надежде, потому что мне... Я могу передать другому, ничего страшного. Она помогает, а не портит. Я не знаю, что она вообще делает. Может быть, она так вставит по самые небалуки, что потом кривляться будете, ходить шарахаться вот трое суток. Может, кто знает, кто знает. Анонита клуб. В описании все есть. Анонита, да? Аммонита. Аммонита, господи. Выращена в России. Так, еще вопросы, господа. Жена у вас есть? Конечно. А, ну, слава богу. От того, что пугали. Типа анонита привязан к анонизму? Тут каждый додумывает, как хочет. Я ужас, какой ужас, я от вас не ожидал. Ха, мужчина. Странно, что вы не в плаще тут стоите. Ожидал увидеть такую штучку, как аммонита разрезанная, знаете, красивая. А я ожидал увидеть штучку, дрючку. Итак, вопросы еще есть? Ну, хорошо. Какие древности можно выкопать в окрестностях Петербурга? Какой-нибудь точечный вопрос. Точечный. Например, сколько будет А плюс 2, 3, Б в квадрате? Ну, почему же? 13 в квадрате.
Так. У вас 7 секунд. Раз. Тихо. 13 в квадрате. 4. 369, если не ошибаюсь. Нет? 169. Ужас. Позор. Ужас. Вот, вот такие вопросы надо задавать. Вот такие. Я не математик. А то сколько там выкопали там кого-то там чего-то. Нет, не сколько. Здесь у нас открыли даже палеонтологические заповедники эти. Хотели это дело коммерциализировать. Вот Путиловский карьер. Вот Путиловский известняк, из которого все строят. Что такое коммерс? Коммерс? Коммерс. Вот это я точно не могу выкопали. Сказать коммерс. Коммерс. Кто такой по жизни коммерс? Кто ты? Кто ты коммерс? Кто он? Кто он? Вот он коммерс. Этот вот ты двигается так, это так крутится, вертится. Звонок другу, вернее. Артём, кто такой коммерс? Коммерсант. Ну, гениально, Артём! Коммерсант. Господи. Сын выручил. Коммерсант. Вопрос для вас, Надежда. Очень серьезный. Он решающий вопрос. Давай. Если вы ответите правильно, то вы станете обладателем вот этой непонятной приблуды, которая должна вставить вас во все небалуйки. Мозг начнет хорошо работать, энергия появится. Так написано на сайте у них. Что было в 1380 году? Сейчас какое-то сражение, скорее всего. В 1380-м. Ну, у меня подозрение, что Куликовская. Может быть, я ошибаюсь. У меня только Куликовская или Невская? Да все, хватит. Какая Невская? Невская 1240-й или 42-й. А это Куликовская битва. Все, аплодисменты. Наложены аплодисменты сейчас. Ура! У меня из башки вылетело. Как ты назвал свое имя? Зява. А по-настоящему? Зиявудин. Вот мне так больше нравится. Как скажешь. Да. Зиявудин. Очень красивое имя. Спасибо. Это две капсулы утром, две капсулы вечером. Обязательно почитайте, вдруг не подойдет вам. Я это могу все молодому человеку передать, если вы не против. Да, потому мне что неудобно у дамы забирать. Ничего правда страшного, просто. Спасибо большое. Я спокойно могу вам передать, если Евгений не против. А мне вообще по барабану. Ну, я всякие спецэффекты эти не употребляю. Пожалуйста. Спасибо большое. Передаю спасибо вам. Для красивого тела. Спасибо огромное. Ну что ж, классно, что вы меня нашли. Спасибо, что вы смотрите эти все дурацкие видосы. Да нет, будем хорошо надеяться, что я все-таки буду снимать что-то еще и другое, получше, чем вся эта лабуда про вопросы и забабосы. В описании есть всякие разные каналы, там дзены. В дзен-канале, прикиньте, меня заблокировали. Я там титьки голые выкидывал, почти в лифчиках девки ходили. Зато бабки за это платили. Они взяли меня, заблокировали. Кто здесь? Я новый канал создал. Новый канал от души. Подпишитесь, чтобы мне там тоже отстегивали лавэху. Так, ну что еще сказать? Спонсор Анонита будет. Вы там напишите им, что-то черканите, чтобы они увидели, что есть активность. И еще мне бабки присылали, чтобы я платил, ну, налоги, естественно, да. Все, до свидания. До свидания. Love set me free. Close to you is where I wanna be. Let the love set me free. Close to you is where I wanna be. Let the love set me free. Close to you is where I wanna be. Блять. О, рука пиздец болит. О, блять, кажется, сломал себе руку. I know you love me and you fulfill all my needs. And no one comes between. To you I give glory. I know you love me.